На конкурс дети читают стихи. Проскурина Вика, 8 лет. Ворвала мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедал. Пол сухаря оставлю тебе. Снаряды прилетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете, только ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна, а сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война.